Отопление отключили в 4 муниципалитетах края. Речь идет о населенных пунктах Мильковского района и сельских поселениях Козыревское и Ключевское Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики края. Там добавили, что в ряде населенных пунктов главы муниципалитетов уже определились с датами остановки подачи тепла. Так, в селе Манилы батареи должны остыть 13 июня, в Усть-Камчатске 14, в Усть-Большерецке и селе Седанка в Тегельском районе 15 июня. В Соболевском районе окончание отопительного сезона назначено на 20 число, а в селе Лесная Тегельского района 30 июня.